Добрый день, уважаемые зрители. Я прошу прощения, поскольку не удается вовремя начать семинар. Я не могу подключиться к браузеру и не вижу ваш чат. Поэтому давайте сделаем так. Сейчас одну минуту я возьму тайм-аут небольшой и надеюсь, что все получится сделать и подключусь к трансляции снова. Всем еще раз добрый день. Если меня слышно, пожалуйста, поставьте плюс в чат еще раз. Ну вот, бывает такое, что происходят какие-то технические проблемы, потому что и компьютер может не загрузиться, и еще там что-то. Ну вот браузер почему-то вздумал обновиться сегодня, именно в тот момент, когда нужно вести семинар. Ну ладно. Итак, зовут меня Котин Александр, я аналитик официального партнера Альпари в Екатеринбурге. Данный обзор называется «Краткосрочный волновой анализ валютных пар и золота». Как обычно, в 10 часов по московскому времени он выходит. Итак, начинаем. Переходим на рабочий стол и, соответственно, начинаем обзор с евро-доллара. Итак, если какие-то вопросы есть, сейчас я уже вижу, что, точнее, если они у вас появятся, потому как сначала я делаю обзор по плану, дальше я уже перехожу к непосредственно общению с вами и ответам на вопросы. Давайте
начинать вот с евро-доллара. Итак, на дневном графике у нас здесь возникла некая консолидация, возможно коррекция, возможно уход в более глубокую коррекцию, может здесь быть абсолютно все что угодно, поскольку обратите внимание на то, что на 4 часах, ну, мы же все-таки не пробили вот этот максимум, но тем не менее, именно в связи с этим, здесь и сохраняется возможность все-таки нисходящего движения, хотя бывают ситуации разные, не нужно думать о том, что вот сейчас у нас тут импульс, это у нас коррекция, и может быть абсолютно по-другому. Поэтому пока у нас вот этот минимум не преодолевается ценой, мы будем говорить, что критерии для четвертой волны у нас сохраняются, и мы будем ожидать как минимум движения вниз. Да? Если у нас будет пробит уже либо этот максимум, либо вот этот минимум, то тогда, вероятно, будет что-то происходить другое. Вот так. Идем дальше. То есть, внутридневную картину тут можно, конечно, посмотреть. Вчера вот у нас был достаточно здесь такой большой рост, и то, что сейчас происходит, может произойти в течение дня. Я больше склоняюсь все-таки к нисходящему движению, но, как я уже сказал, может произойти здесь все, что угодно, так как ситуации бывают разные. Идем дальше. Британский фунт на дневном графике также продолжение идет нисходящего тренда. На 4 часах мы видим, что мы подбираемся к минимумам, которые были образованы на прошлой неделе, и вполне вероятно, что мы эти минимумы на этой неделе будем обновлять, так как в данном случае у нас и движущая сила усиливается, и, соответственно, то, что мы видим на 4 часах, это близко к 100 барам, но здесь нет импульса полноценного, который бы мы здесь видели. Здесь один импульс коррекции, развивается новый импульс вниз. Опять же, его очень хорошо будет видно на часовом таймфрейме, здесь как раз таки 132 бара, но нет преодоления минимума вот этого, поэтому я думаю, что цена сориентирована именно сюда, и возможно здесь просто будет продолжение этого движения вниз. Так, швейцарский франк на дейли, также у нас тут консолидация происходит на 4 часах, такой же импульс, только в обратную сторону, как по евро-доллару. Опять же, у нас практически пока что устоял вот этот максимум, то есть мы его еще не пробили. И если мы его не пробиваем, то тогда есть вероятность ухода к максимуму позапрошлой неделе, где-то примерно 7 ноября, и, соответственно, формирование еще одного импульса здесь. Но, однако, надо смотреть, что и здесь происходит. То есть вчера также было достаточно глубокое движение в сторону швейцарского франка. Однако сегодня, думаю, что есть вероятность для формирования нового движения вверх. Австралийский доллар. Такая же картина, то есть мы с вами рассматривали здесь возможность того, что здесь этот импульс завершился на дейли, но я бы не стал торопиться, поскольку, вот видите, вот он фрактал появился, да, на дневном графике, а здесь внутри, от вот этого фрактала до этого фрактала, внутри-то структура совершенно другая, она не походит на полноценное пятиволновое движение, вот она как выглядит на часовике, вот так. То есть в данном случае это нельзя назвать полноценным пятиволновым импульсом. Скорее всего, это А, Б и С. То есть и вчера у нас достроилось вот это движение. Вот это вот движение, оно дало коррекцию. И очень вероятно, вот обратите внимание, движущая сила здесь нарастает. Очень вероятно, что здесь формируется новый импульс, который уже впоследствии может быть сориентирован вот сюда. То есть вот к этим минимумам, а то и сформировать, скажем так, третью волну. Поскольку всегда, когда мы говорим, вот это у нас пятая волна, все движение закончилось. Нет, в данном случае это не так. Тут, скорее всего, это только первый импульс в новом импульсе вниз, который вот максимум 29 октября и начался. Поскольку в данное движение полноценного импульса не дает, который бы дал там движение вверх новое, это означает, что, скорее всего, этот тренд еще не закончился. И очень возможно, что здесь мы увидим еще один импульс, а то и не один, именно вот в этом движении, в импульсе от
29 числа, 29 октября. Японская иена, она также продолжает штурмовать максимумы, обновляет их, и доллар по отношению к японской иене укрепляется. На 4 часах вот это вот последнее движение мы рассматриваем. Так, или вот это все, сейчас посмотрим. Вот оно. Здесь у нас много баров для оценки, но вот в данном случае вот здесь достаточно. Берем 4 часа, и, соответственно, здесь 148 баров, что для оценки достаточное количество. Хотя, ну, если мы уже возьмем там 6 часов, здесь будет близко уже к 100, ну, вот практически 100, да, 100 баров. И вот у нас дивергенции вот здесь идут. Что это такое? Не что иное, как здесь развитие там, вот этой третьей волны. И нет здесь никаких признаков для завершения пока, никаких. Потому что если вы будете говорить о том, что дивергенция, 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 ничего подобного. Такие дивергенции бывают всегда в третьей волне, их может быть 1, 2, 3, 4, 5, 6 и больше. Да? И это говорит о том, что это всего лишь подробности третьей волны. Никаких признаков завершения здесь нет. Поэтому я не исключаю того, что мы еще здесь какой-то максимум образуем. Канадский доллар. Ну, я подозреваю, что здесь все-таки третья волна развивается вот в этом импульсе. Этот импульс, в свою очередь, является пятой волной вот этого всего движения. Но надо сказать, что скорее всего, здесь стоит ожидать более-менее глубокой коррекции, которая может вот даже до этого уровня дойти, до максимума первой волны вот этого движения всего. Вот. Поэтому, так как она может здесь затянуться, я не исключаю того, что и сегодня, там, и завтра, ну, вот если вот это движение разметить как А, Б, а вот это как С, и сказать о том, что вот скорее всего здесь первый импульс только в С, в волне С образовался, да, то его стоит открыть вот отсюда и посмотреть более внимательно, более детально. То есть вот он, первый импульс в волне С. Вот А, Б и С – это коррекция вот этого импульса. То есть здесь стоит ожидать новый импульс вниз в течение дня даже, скорее всего. Если вот это вот движение последнее завершилось, вот тут, то, скорее всего, мы новое нисходящее движение здесь и увидим. Вот. Так, ну давайте его посмотрим. Ну да, это импульс практически завершенный. То есть здесь подробности третьей волны есть и все остальное. Вот. Так. То есть вполне вероятно, что может развиться новый импульс вниз. Идем дальше. Новозеландский доллар. Вот какая здесь ситуация. Закончилось это движение или нет? Надо смотреть. Пока сложно сказать, поскольку здесь может быть такая же ситуация, как с австралийцем. Мы можем сказать, что она завершилась, можно сказать, что она и не завершилась, но факт в том, что это уже прошлое, надо смотреть вот сюда, то есть что здесь происходит сейчас, вот в этом движении. И есть ли там признаки затухания? Они там есть. Они там есть. И вполне вероятно, что, опять же, это как на австралийском долларе, это движение, оно не походит на полноценный пятиволновой импульс. Поскольку если взять вот от минимума до вот текущих, вот до этого максимума, потому что, хотя нет. Тут надо посмотреть, где был максимум все-таки. Так, здесь у нас цена была 79,744, а здесь 79,735. Все-таки максимум был вот тут. Ну и говорит это о том, что вот у нас часовой график, здесь у нас 141 бар. И не может быть такого, чтобы минимальная О была в третьей волне. Значит, это не импульс, это два импульса, А, там Б и С. С очень большой вероятностью мы можем сейчас говорить о том, что здесь может развиться еще один импульс вниз. Поскольку вот эта разметка, она будет уже
говорить о том, что это может быть первая волна в новом импульсе вниз, вторая и там третья развиться. Ну, так же практически, как на австралийском долларе, в принципе, они коррелируют друг с другом иногда. Золото на... Почему смотрю не дневной, а недельный график, поскольку здесь как раз-таки нужный масштаб. Тут 109 баров и виден импульс полноценный, который формируется, и мы обновили здесь минимумы от 2013 года. Но вот это движение, оно еще, на мой взгляд, не завершилось. Рано еще говорить о том, что золото там будет расти и так далее, поскольку на 12 часах мы видим вот такую вот картину. То есть 1, 2, 3, 4, 5, а? На 4 часах в последнем импульсе мы видим вот такую картину. И тут тоже критерии для четвертой волны, они еще сохраняются, поскольку в ней один импульс коррекции, второй импульс. И мы не пробили вот этот минимум еще. И это говорит о том, что вполне вероятно, что здесь стоит ожидать развития какого-то нисходящего движения. Но надо просто наблюдать за тем, что здесь происходит. Вот тут. И посмотреть, может быть, здесь даже уже есть первый импульс вниз какой-то. Но очень похоже на то. Очень похоже на то. Видно, что, скорее всего, это может быть первым импульсом в нисходящем движении. То есть надо ждать коррекцию. И коррекция обновляет максимума. Если не будет обновлять, то вполне возможно, что после пробития вот этого минимума разовьется новый импульс вниз. Может и так быть. Так, идем дальше. Пара доллар-рубль. Пока ничего тут такого интересного не происходит. Да? То есть здесь, скорее всего, развивается консолидация, возможно, это коррекция внутри вот этого импульса, потому что здесь глубокой коррекции еще не было, такой как четвертая волна, допустим, внутри вот этого движения. И это движение как раз-таки на дневном графике мы видим в нужном масштабе. Признаков завершения нет, но и коррекция здесь, в принципе, может развиться. Поэтому я не исключаю того, что пока мы можем, конечно, и обновить вот этот максимум еще, или зацепить его, но я думаю, что может все-таки, так как все это уже затянулось, на какое время, сколько тут дней прошло, 7, на неделю практически, может и развиться здесь коррекция. Итак, какие у вас есть вопросы? Есть целых 10 минут времени для того, чтобы на ваши вопросы я мог ответить. Пожалуйста, пишите в чат. Сейчас чат вижу. Могу на ваши вопросы реагировать. Вот фунт австралиец. Мы, по-моему, с вами вчера его, Александр, смотрели. Сейчас, минутку. Я не думаю, что там кардинально что-то поменялось с вчерашнего дня. Давайте откроем. Ну вот. Видно? Мы вчера вот это вот движение с вами разметили. Вот это вот. Оно, в свою очередь, является коррекцией, скорее всего, вот этого импульса. Вот. И впоследствии нужно смотреть, что вот так, что вот в этом импульсе происходит, есть там признаки завершения или нет. Вот открываем, вот 111 баров. Это критерий для четвертой волны вот этого импульса. На двух часах его видно прекрасно. Да, вот он и через ноль переворачивается, и внутри третьей волны дивергенции есть. И, соответственно, вот отсюда, скорее всего, мы можем еще увидеть обновление минимумов. Да, вот этих вот, достигнутых где-то примерно там 17 ноября. Надо просто вот эту коррекцию более подробно разобрать, что называется, по косточкам, и посмотреть, что там. Вот, здесь 115 баров, четко виден один импульс коррекции и второй импульс. Но коррекция, она обычно из двух импульсов состоит. Идем дальше, можно сюда посмотреть. Тут проблем никакой нет в этом. Вот он. Этот импульс 124 бара здесь,
Но вот он еще тоже не закончился. То есть, как только вот он завершается где-то вот на 5 минутах, я думаю, что даже в пределах сегодняшнего дня может произойти. И вот тогда мы можем говорить о том, что здесь может и новый импульс развиться вниз. Еще один точнее. Уже вот сюда сориентированный на 1.7835. Какие еще вопросы есть? Пожалуйста, пишите в чат. Пока вот не вижу ваших вопросов больше. Должен сказать, что вы всегда сможете со мной связаться по адресу электронной почты ikat@alpari.ru. Тема письма для Александра. Хотя можете мне напрямую написать. То есть есть у меня адрес электронной почты. То есть сейчас браузер не будет выделываться. Я вам покажу, где на нашем сайте мой адрес найти. Заходите в раздел «Аналитика». Так, раздел «Аналитика», «Аналитики Альпари». Вот здесь. Так. Вот спойлер выходит. «Аналитики Альпари». И вот, вот тут я. И вот мой адрес электронной почты. Так как он более такой длинный, я не всегда помню, как он звучит. Поэтому я... Вот этот вам показываю. Так проще. Так, евро к австралийскому доллару. Ну, еврофунт. Ну, давайте посмотрим. Евро к австралийскому доллару. Так, вот это пока мы берем. Недельный график. Недельный график. Там месяц можно взять, конечно. Чтобы такой, скажем так, более стратегический подход у нас был. Ну вот, отсюда новое движение развивается. Если мы говорим о том, что в этом новом движении на недельном графике, сколько у нас тут баров? 119, первое, соответственно, третье, четвертое. И ожидаем там еще пятое, вот куда-то сюда. Да, как бы в такой в долгосрочной перспективе, то надо смотреть вот сюда. Вот видите, тут фрактал, да? Нужно оценить, что вот здесь. Ну, там у нас была разметка, я ее удалил специально, да, чтобы вы понимали, что это вот импульс, его надо понимать без разметки. Вся разметка, она может вводить в заблуждение. Она сегодня такая, завтра другая и так далее. Похоже на то, что это полноценное пятиволновое движение. То есть со всеми там подробностями третьей волны и там четвертая, пятая. Да? Поэтому дальше что здесь происходит? Возможно, это коррекция этого импульса. Очень, очень, очень похоже во всяком случае, что этот импульс корректирован. Там А, Б и С. Может такое быть? Да, вполне. Пока вот все ориентировочно вот так поставим. Может и С не обновлять минимум А. Это не критично в данном случае. Главное зайти вот сюда и посмотреть, что здесь начинается. Берем. Подбираем таймфрейм. Сколько тут? Почти 100 баров в часовом графике. Ну и что? 1, 2, 3. Вот похоже. Вот видите, АО нарастает здесь. Все замечательно. Дальше он достроится. Будем уже вот так смотреть. Но где-то вот отсюда примерно этот импульс стартанул. Можно его открыть, посмотреть, что вот здесь происходит. Вот 115 баров, где тут максимальная была движущая сила. Не завершился это еще даже вот этот импульс. То есть здесь потенциал роста, на мой взгляд, есть. Еврофунт. Давайте посмотрим. Вчера его тоже смотрели с вами. Там... Тоже, наверное, за это время ничего такого сверхъестественного не произошло. А на дейли очень возможно, что мы идем вот сюда. Ну, я еще вчера об этом говорил, на 0.8.48. Здесь, скорее всего, развивается вот что А, Б и С. То есть и в коррекционных волнах такое бывает, когда волна А
она состоит из А, Б и С, волна Б тоже из А, Б и С, а С практически всегда полноценный пятиволновой импульс. Поэтому мы заходим вот сюда и смотрим. Я еще вчера вам говорил о том, что здесь потенциал для дальнейшего роста есть. Вот, 106 баров, это только третья волна в этом импульсе. То есть, ну, первая, вторая, третья. То есть, может он уйти в коррекцию, еще импульс дать. В коррекцию, причем, может в достаточно глубокую пойти. Вот, потому что вот это движение, оно подходит к завершению, тут четко видно и структуру этого импульса, и подробности все вот эти тоже видны. Окей, какие еще вопросы у вас есть? Ну, так как мало чего интересного такого происходит, что на прошлой, что на сегодняшней неделе, каких-то таких больших движений нет, поэтому получается очень быстро так рассказать обо всем, что где и как. Поэтому вот я жду ваших вопросов еще минуту. И если вопросов не появляется, тогда вы мне пишите их потом на электронный адрес. Тема письма для Александра, адрес на экране у вас. Либо можете оставить комментарий в группе ВКонтакте. Вчера там появилась разметка среднесрочная, то есть скриншоты появились. И, соответственно, вы можете там оставить комментарий, вопросы, пожалуйста. Ну, что ж, вопросов нет. Тогда, во всяком случае, я их не вижу. Тогда на этом мы с вами закончим. И встретимся завтра также в 10 часов по московскому времени. Я желаю вам хорошего дня, успешных сделок и до новых встреч. До свидания.